Это то самое кладбище ЧВК «Вагнер», вокруг которого было много вопросов и обсуждений. Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер». На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война, она приводит к тому, что уходят бойцы, уходят из этой жизни, остаются с нами вечно, и их память остается вместе с нами. Поэтому вот то самое кладбище. Да, оно растет. Те, кто воюют, иногда погибают. Так устроена жизнь.